Здравствуйте, дорогие друзья, получили посылку. Посылка у нас круглая, вот такая вот. В ней валы для прижимной вал для печки, для HP. Вот мы сейчас это открываем. Оно вот здесь вот еще вот такая вот. Классная вещь, классная вещь. Так, взрываем следующий слой. Так вот. Взорвали следующий слой. А опять у нас упаковочки. Мы сейчас вот, там я вижу коробочку, мы режем, открываем и достаем наш коробочку. Теперь здесь у нас вот такая коробочка. Что нам необходимо сделать, чтобы разрезать вот здесь и все, короче. Теперь мы поддеваем. Опа. О, и он еще лежит, еще вот здесь упакованный. Кстати, продавец заявлял, по-моему, что это оригинальный прижимной вал. Так, сейчас мы его. Вот это вот вообще, вот, ну зачем вот это вот делать скрепку эту? Можно же спокойно повредить товар. Блин, вот за вот это только можно убрать уже пару звезд для продавца. Так, есть же скотч. Так, смотрим. В общем, вот он наш прижимной вал для печи HP. Ну, в общем, вот такой вот он. Валик этот. Так, давайте я достану полностью. Положу. Вот так вот. Если есть какие-то вопросы, по цене, по качеству задавайте в комментариях, а ссылочка на товар будет в описании. Все, всем пока.